Хвала Аллаху. Мы должны побуждать своих детей к поклонению. Иногда у ребенка бывает запас фитры, веры и религии. Также бывает, что он хорошо воспитан, и тогда он сам стремится к поклонению. Иногда мы можем удивиться тому, что один из родителей говорит ребенку: «Ты еще маленький, тебе еще рано. Зачем тебе это?» Однажды отец увидел своего сына, который долго находился в суджуде и молитве. И когда он завершил ее, отец сказал ему: «Сынок, не мучай себя так, ведь ты еще маленький». Он сказал ему: «О мой отец, не всякий саженец вырастает. Иногда он умирает еще в начале своего роста».